знаете ли вы лучших игроков мира по футболу? На 30-м месте Жюст Фонтен. Фонтен родился 18 августа 1933 года во Франции. Фонтен начинал свою карьеру в любительском клубе своего родного города Марракеш. Затем перешел в более сильный клуб УСМ Касабланка. Играл с 1950 по 1953 год. Следующие три сезона играл уже во Франции. Его клуб Ницца в первый же сезон с Фонтеном завоевала Кубок Франции. А в 1956 году выиграла чемпионат. В том же году он перешел в Реймс, заменив Раю Мона Копа и забил 121 гол за 6 сезонов. Всего Фонтен забил 165 голов в 200 матчах в высших лигах и 4 раза выигрывал чемпионат. 56, 58, 60, 62. Дебют Фонтена в сборной Франции состоялся 17 декабря 1953 года в матче против Люксембурга. 8-0. В той же игре он сделал хэт-трик. За 7 лет выступлений за сборную Фонтен сыграл 21 матч и забил 30 голов. Последний матч за национальную команду был сыгран 11 декабря 1960 года с Болгарией 3-0. Достижения. Чемпион Франции 56, 58, 60, 62. Обладатель Кубка Франции 54, 58. Финалист Кубка Европейских чемпионов 59. Лучший бомбардир чемпионата Франции 58, 60. Лучший бомбардир Кубка Европейских чемпионов 59. Лучший бомбардир чемпиона мира 58. Рекордсмен чемпионатов мира по количеству голов на одном чемпионате 13 голов. Рекордсмен сборной Франции по количеству голов на чемпионатах мира 13 голов. Включен в список FIFA 100. Награжден орденом почетного легиона. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и